Мария Лосицкене стала чемпионкой России в прыжках в высоту. Победа в Чебоксарах позволила ей стать первой россиянкой, которая возглавила мировой рейтинг Международной ассоциации легкоатлетических федераций. О других итогах первого соревновательного дня далее. Финалы прошли в 6 дисциплинах: метание молота, диска, бег с препятствиями на 100 метров, бег на 100 и 5000 метров, прыжки в высоту. Главная дуэль чемпионата в женской высоте не состоялась. Олимпийская чемпионка Анна Чичерова не смогла преодолеть рубеж в 1 метр 94 сантиметра и с результатом 1,91 завоевала серебро чемпионата. Золото досталось действующей чемпионке мира и Европы Марии Лосицкене. Она единственная взяла планку в 1 метр 94 сантиметра. Представительница Чувашии Мария Максимова вошла в шестерку лучших в беге на 100 метров. Больше шансов проявить себя было у Екатерины Ишовой. Чемпионка России в беге на 5000 метров 2017 в этом году остановилась в шаге от пьедестала. Золото досталось Светлане Оплачкиной, серебро Елене Коробкиной, бронза Елене Седовой.